места разведка по внешним дым из окон. Все, останавливаюсь. Здравствуйте. На крышу. У нас вода не идет, у нас все есть, но... Давайте. Там плавится это самое. Поднимайтесь по лестнице. Ага. И сразу видно, да, там будет все? Там видно, от камина загорелась. Вот, вот эта вот труба. Димон! Крыша там очень сильно горит. Ребята, давайте быстренько. Одевайтесь там. Давайте, а? Пусть воду дает. Димон, да. Пусть воду дает. Давайте быстрее, блядь! Быстрее воду! Надо смотреть, Димон, включись, залезь пока.
аккуратно. Чернил? А, ну вот он, уход на крышу, да? Да, да. Отлично. Ага. Ага, ага. Так, снизу получается забили. Уход на крышу забили. Надо сейчас тогда пооткрывать все. Что говоришь? Открываем-то? Да, да, давай, пооткрываем. Вытаскивай снова, вон еще. Да, бахни. Давай, 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 давай.
горит, не жрался. Блять, как будто ветра нет вообще. Там правильно парит, правильно дымится. Поливай, короче, посмотри, сейчас пойду штормовой возьму. Я говорю, пойду штормовой возьму. Сообщение попередаю. Посмотри, поковыряй по верхам. Посмотри, как у них идет. У них получается этот. Ну хуета вот эта, короче, она по деревянной обрешетке. Заебались уже по кругу бегать, мы держим. А что вы делаете? Какая же комната? Здесь, по там комната, просто странная. Так мы там со сайтом внутри бегаем. Штурмовой топор принеси, желто-русский топор.
Работа вот продолжает. Так, дом 10 на 10, заказка щитовой. Выйти металла середины, 12-4 где? Так, да, работа продолжает. А? Его там? А то снизу где? Сейчас полезется. Как он его поставил, чтобы они поджали вместе? А, вот он взяли. Крыша спалит, вот прям за нами. Ну там надо тоже скрывать. Ну там она уже есть.
А? Видно, как с улицы горит. С той стороны? Ну, давай, скрывай. Она под полом уже тоже горит. Да. Давай, сейчас выключи. Ты передал. Надо еще получается. Вот эти помещения открывать. Первый этаж. Лицейская, видишь, как сделано здесь? Она по трубам хуячит везде. Да, да, да. Она и на кровлю уже ушла, она и землю перекусила. Блин. А вот тут сейчас открытка была. А? Надо сверху скрывать кровлю. Надо, блядь, везде уже скрывать. На кровлю уже попиздили. Где это? С той стороны, скорее всего, так же. Да-да-да. Получается, между первым и вторым это ниша, по которой трубы идут. Там, блядь, и распространяется это все сейчас по дому.
Что ты говоришь? Сейчас, секунду, тут притушу, блядь, еще. Вон оно, тоже горит. Дай на минуту. Да еще чуть-чуть. Кирилл, ай. Сзади, видишь эту комнату? Она уже хуярит. А это все по кругу уже хуярят, блядь. Как это с клуб, она сейчас все поедет, придет попарать, она закончится, вот. Ну давай сейчас так, подадим снаружи, подтяни. Здесь не комната, здесь этот, блядь. Все. Да. Ну попробивай, Сань. Вон туда, вон ебани, да, зайди, вот прям правый угол. Вот сюда, вот, вон. А по всей кровле херач. Уж это, блядь, каркасные щитовые дома. Сейчас третья бочка приедет. Ну походу, да. Что там хорошего? А, вижу.
А? Че орешь-то? Вот здесь горит, вот. Где? О, нашел. Зимой попадаю в дырку, мне не достать даже. Водил 94-й и сказал, что со мной больше не дружит. Да, а что ты? Ладно, где-то в глубине души ему вся эта херня очень нравится. Об одном жалею, что водоем не полутора километров отсюда. А хуй там плавал. Хочешь, и надо вот эту хуйню размыть. Когда мне сволит? Я как раз по стене. Да, по стене. Сейчас вроде как бы даже попадет. А где компактная надо? Не надо ту комнату вскрывать. И вот эту херню выдри, пожалуйста. Заебал она визжать. А вот он. Спасибо. Там Серега в меня налил больше. Есть такое, да. Блять, а сейчас фонарик где-то. 7000, Димон. Второй раз сегодня тебя повторяешь. Ну ты вообще. Нет, первый раз, когда на лестнице был, да? Дедушка такой добрый взял, хуякал, положил себе и ботинки мне накрыл. Прикольно. А что ты вот это вот? Он где-то на втором. Серёга! А, где-то фонарик. Чёрт передавал, не передавал хуй. Так это нахрена ему передавать, если РТП, вот. Да вон, ответственный. А-а. Топор на толстый, блядь. Нет! Ай! Топор не терял? Ну, я его сложил. Да, он где-то был. Да ладно. Он кто-то скинул, значит. Хорошо, на что понял его. Вот, собирайся, откроем вверх. Серёг. Ай. Вот тут вот надо. А мы вот, видишь, постепенно как бы все. Он здесь прогрелся и пошел по перекрытию. Это понятно. Мы сейчас вот там поймали, блядь. Ну да, все хуёво, блядь.
Да. Ну здесь, короче, сейчас полностью вообще все сорвем. На кухню. Блять, да заебало нахуй со всех сторон течет.